Сегодня в городском дворце культуры состоялось вручение почетных знаков «Заслуженный ветеран Хабаровска». Хабаровчане старшего поколения в наше время по-прежнему активны и передают свой бесценный опыт следующим поколениям. Продолжение почтенной темы в сюжете Сергея Щербакова. Накануне празднования Нового года не остались в стороне и те, кто своим примером показывает молодежи. Семейные ценности – это залог долгой счастливой жизни. Алексей Лифантьевич и Эмилия Порфирьевна Федоровы в июле этого года отметили 60-летие совместной жизни. Все началось как раз в этих стенах. Раньше это здание называлось «Дом культуры завода «Энергомаш». Встретились мы здесь, в этом Вот сейчас в этом здании раньше был дом культуры завода «Энергомаш». Вот. И встретились на танцах. Хотя два года учились в институте инженеров железнодорожного транспорта в одной группе. Мероприятия, в которых чествуют ветеранов войны и труда, в Хабаровске проводятся регулярно. Примечательно, что большинство из присутствующих на них – это молодежь. В год мы провели 102 мероприятия, охватили где-то порядка 5000. 70% из этого – это молодое поколение. Кроме благодарности за службу и труд, мэр Хабаровска поздравил ветеранов с наступающим Новым годом. Сергей Щербаков, Николай Трохин. Смотри Хабаровск.